Приближаются любимые многим зимние праздники, и все начинают задумываться о том, как и где встретить Новый год. В Дубае, несмотря на постоянное лето, новогодняя атмосфера чувствуется довольно хорошо и задолго. Так как это направление является туристическим, и несмотря на то, что даже у местного населения Новый год явно не популярный праздник, рекламные менеджеры и пиарщики Эмирата лезут из кожи вон, чтобы приезжие и привозящие в страну деньги гости чувствовали себя причастными к новогодней сказке. Поэтому, начиная еще с ноября, идет украшение всех туристических локаций, включая, конечно, торговые центры и променады. Мы прожили в Дубае 6 лет и 6 раз подряд встречали здесь Новый год. Поэтому сегодня я постараюсь поделиться с вами проверенными локациями, нашими отзывами и рекомендациями по каждому из мест. Что интересно, Рождеству в Дубае отдают, пожалуй, чуть больше приоритет, чем Новому году. И если не брать во внимание грандиозные новогодние салюты, то празднование Крисмаса масштабнее и повсеместней. В офисах, например, где мы работали, на Крисмас у многих выходной, праздничный ужин и подарки, чего не скажешь о 31 декабря. И в Новый год мы работали всегда по стандартному графику, и 1 числа можно было прийти позже всего на 1 час. Поэтому, отдав дань этому празднику, первые 2 места из списка я буду рекомендовать не только для Нового года, но больше даже для Крисмаса и вообще для всего новогоднего периода, потому что здесь прям пахнет Новым годом и Рождеством. На 1 место я поставлю Экспо. Да, возможно, вас удивит этот выбор, но поверьте, на это есть ряд причин. Во-первых, это, пожалуй, единственное спокойное место зимой в Дубае, откуда можно уехать обратно таким, как и приехал. Не помятым, не растрептанным и не сотоптанными ногами. После проведения грандиозной выставки про Экспо, к сожалению, многие забыли. А вот и зря. Во-первых, здесь продолжает работать несколько павильонов. Сюда идет без пересадки метро. На Экспо бесплатный вход. Здесь работают кафе и магазинчики, и постоянно проводятся ярмарки и фестивали, особенно в новогодние праздники. Сюда обязательно нужно прийти всей семьей и не один раз. Территория украшена новогодней потрясающей стилистикой. В темное время продолжают показывать лазерное шоу на потрясающем куполе. Ходят бесплатные паровозики и множество иных развлечений, как для детей, так и для взрослых. К слову, каждый год мы приезжаем сюда, чтобы написать и отправить письмо Санте. Ну что может быть милее? На территории Экспо каждый год устанавливается искусственный каток. Везде ваш глаз будут радовать эльфы всевозможных рас. Здесь каждый год открывается домик Санты, где, в отличие от остальных мест, удар на себя принимает миссис Клаус. На территории Экспо есть один из отелей сети Ров, в котором можно остановиться на новогоднюю ночь за $300. А на официальном сайте Экспо будет указана рождественская и новогодняя программа. Так как в Дубае праздник и волшебство начинается задолго до Нового года, то ехать в Экспо за новогодней атмосферой советую в декабре, так как после встречи Нового года буквально через неделю все украшения уже могут убрать. А вообще, посетить Экспо советую вам в любое время года. Здесь бесплатные большие автомобильные парковки, ухоженная территория, множество детских площадок и pets-friendly заведений. Так что мы, например, Экспо часто использовали просто для приятной вечерней прогулки. Поверьте, что каждый раз вы будете открывать для себя здесь новое интересное место, как для сердца, так и для души. Мадина Джумейра является, пожалуй, моим самым любимым местом в Дубае. Мало того, что здесь потрясающие вечеринки на Рождество и Новый год, так здесь еще и четко видно слияние Запада и Востока. Многие знают это место как Восточную Венецию, с множеством каналов, крытым рынком и близостью к отелю Парусу Бурж-Аль-Араб. Но секрет этого места в том, что здесь есть множество скрытых мест, о которых знают далеко не все.
Например, здесь есть центр реабилитации черепашек, которые восстанавливают свои силы на территории самых дорогих отелей в мире. А у вас есть возможность за ними понаблюдать. Или же, например, вы можете спокойно зайти на территорию минимум двух отелей, расположенных здесь, прогуляться по их паблик-зоне и выйти даже на пляж к знаменитой визитной карточке Дубая. Кстати, у меня на канале есть даже несколько видео о том, как можно зайти абсолютно в любой отель, включая Атлантисы и Риксосы. И вообще, на канале много всего интересного, так что заходите и подписывайтесь. Отдельного внимания заслуживает ресторан «Пирчик», расположенный вблизи этого места, который имеет потрясающий вид и не менее потрясающую кухню. А в качестве более бюджетного варианта можно выбрать кафе «Коста», где вы сможете выпить кофе с красивейшим видом в приятной и спокойной атмосфере. Еще одной визитной карточкой Мадината являются его каналы. Помимо того, что это очень красиво и дает прохлад в жаркие дни, так по ним еще можно и прокатиться на локальной лодочке Абра. Цены на это очень разнятся в зависимости от дня недели и праздников. Поэтому советую вам делать это в будние дни, когда цена будет примерно 100 дирхам за человека. Следующее место, обязательное для посещения здесь, это Сук Мадинат. Это местный, колоритный, крытый восточный рынок, где прекрасно все. И летающие ковры ручной работы, и бесподобные лампы со светильниками, и парфюм, и украшения. Это, конечно, туристическое место, поэтому цены здесь будут завышены. Так что, если вам здесь что-то и понравилось, обязательно торгуйтесь. Что же касается новогодних праздников, по моему мнению, Мадинат Джумейра как минимум идеальное место для встречи Рождества. Здесь крутые Санты, развлекательные программы для детей, а для взрослых – Глинтвейн, площадки с искусственным снегом, карусели, уличная еда и бонусом, конечно, вид на Бурж-Аль-Араб. Вход сюда всегда бесплатный, а также бесплатная крытая парковка, на которой, к сожалению, поздними праздничными вечерами практически не найти места. А вот Новый год здесь можно встретить в одном из нескольких ресторанов по резервации. Но ценник здесь, мягко говоря, будет небюджетный. Средний чек в ресторане в новогоднюю ночь порядка 5000 дирхам с человека. А бонусом вам будет потрясающий фейерверк от одного из самых дорогих и знаменитых отелей мира. Мадинат Джумейра – это то место, которое должно быть обязательным для посещения у каждого отдыхающего и резидента в любое время года. Следующее место, которое я вам буду советовать для встречи Нового года – это променад The Point на Пальме. Увы, здесь, к сожалению, будут проблемы с пробками, но, поверьте, они будут практически везде в городе. Во-первых, это хорошее место для прогулок всей семьей. Здесь масса ресторанов и кафе, каждый вечер здесь также шоу фонтанов и, кстати, в праздничные дни довольно приличное. Ну а главным козырем этого места является салют от Атлантиса, который, на мой взгляд, самый большой в городе. Здесь довольно большая платная парковка. При счете от 300 дирхам в непраздничные дни можно поставить штамп на парковочный талончик, и парковка вам будет бесплатна. А также сюда уже можно доехать на монорельсе.
А вот следующее место уверенно знакомо всем. Да, это та самая знаменитая, самая высокая Бурдж-Халифа и Дубай-Молл. Сюда, пожалуй, приезжает основная часть туристов и вновь прибывших мигрантов для встречи своего первого Нового года. Чтобы увидеть знаменитый во всем мире салют, нужно поистине пройти 7 кругов ада. Во-первых, в районе Дубай-Молл и центре города еще с обеда 31 числа перекрывается движение, поэтому ехать на авто не советую от слова совсем. Также с вами Новый год здесь будут встречать сотни тысяч приехавших рабочих из Индии и Пакистана. И, к сожалению, зачастую это не самые образованные прослойки населения, собирающиеся в группу по 15-40 человек. Основное празднование происходит на территории Бурдж-Халифа парк, который располагается за оперой. Его специально огораживают, устанавливают сцену для диджеев и закрывают примерно в 6 вечера. Поэтому все, кто хочет сюда попасть, приезжают максимум к 4-5 часам, чтобы занять себе место. Причем приезжают они с подстилками и едой. Весь вечер здесь играют диджеи, ставят фудтраки с едой. В прошлом году кусочек пиццы стоил 60 дирхам. Также устанавливают общественные туалеты. И ровно в 12, конечно, все начинают наслаждаться лазерным шоу и салютом с башни, которая уже буквально через 5 минут вся скрывается в дыму. А сразу после салюта сотни тысяч людей одновременно выдвигаются в сторону метро. Помню, один год даже перекрывали станцию метро Дубай-Молл и перенаправляли всех на две соседние станции по бокам, что примерно в 15 минутах ходьбы. Этот вариант встречи Нового года я советую молодым духом, энергичным ребятам с крепкими, спокойными нервами. Тем более поговариваю, что с этого года вход уже будет платный. Альтернативой Бурдж-парку являются множественные рестораны, как в самом Дубай-Молл, особенно советую вам Сёд-авеню, откуда видно и фонтан, и саму Бурдж-Халифа, а также рестораны, которые располагаются на территории Суук-аль-Бахар, прямо напротив Дубай-Молла. И, конечно, множество отелей вокруг с видом как на Бурдж-Халифа, так и на фонтаны, которые тоже хотят заработать в новогоднюю ночь. И, указывая стоимость размещения всего на новогоднюю ночь, при бронировании ставят ограничения, например, минимум на 2-3 ночи. Район Даунтаун однозначно заслуживает вашего внимания, пусть даже и не в новогоднюю ночь. В любой другой день обязательно стоит пройти по кругу весь район и сделать массу красивых фотографий. А вот Global Village – одно из немногих мест в Дубае, куда хочется приезжать снова и снова. И это место я вам буду рекомендовать не только для Нового года и Рождества, но и как активити на каждые выходные. Вход сюда стоит порядка $6, причем онлайн-билеты продают на доллар дешевле, чем в кассах. Global Village – эдакий огромный дубайский ВДНХ с большими торговыми площадками, массой вкусной уличной еды и развлечений. Мы, например, приезжаем сюда почти каждые выходные, чтобы поесть тайскую кухню. Местные жители сюда реально приезжают как на базар, закупаются хорошим текстилем, одеждой, игрушками и косметикой. Каждый павильон представляет товары, славящиеся в их стране. Так, например, в тайском павильоне можно купить знаменитые бальзамы, зубные пасты и сделать массаж. А в павильоне Африки известные масла и изделия из кожи и дерева. В павильон Кореи все идут за косметикой, а в отделе Афганистана можно купить недорогую шубу. Деревня работает каждый день с 4 вечера, кроме летнего периода. В Новый год здесь, конечно, будет много людей, и я советую вам не уходить сразу после салюта, чтобы не стоять в огромной пробке. И еще одно из моих любимых новогодних мест в Дубае – это фестиваль City Mall. Я вам уже несколько раз рассказывала о нем и говорила, что здесь, пожалуй, лучшее лазерное шоу с фонтанами в городе.
Отсюда можно также доехать на речном такси до потрясающей набережной. Здесь же есть IKEA, и вообще сам мол очень хорош. Так вот, в зимние праздники руководство уж сильно старается, и помимо крутейшего украшения территории делают супер классное развлечение. У них одна из самых лучших елок в городе. Крутой салют и постановки. Это одно из мест, куда обязательно нужно приехать и в будние непраздничные дни, особенно в вечернее время. Кстати, живую елочку в Дубае можно купить в Carrefour или Spinners, например. Мы покупали в Spinners на Марине. А расписание новогодних программ обязательно смотрите на официальных сайтах. Ведь весь декабрь и первую декаду января постоянно проходят ярмарки, шоу дронов, салюты и иные развлечения в разных местах города. Ссылочку на один из сайтов оставлю вам под видео. Ну а я вам хочу сегодня показать еще две локации соседки, которые тоже пользуются спросом для празднования Нового года. И это неудивительно. Набережная Жибиар – это открытое паблик-место, где можно как просто посидеть на песке на пляже, так и забронировать себе столик в множестве ресторанов на променаде или в ближайших отелях. Так как в Дубае основная часть отелей является городскими, то практически в каждом из них есть бары и рестораны, куда вы можете прийти, не будучи резидентом отеля. Так мы встречали Новый год в Хилтон, где была классная пляжная вечеринка, а средний чек в Новый год на Жибиар порядка 5000 дирхам на двоих. А в крайний Новый год мы случайно попали в кафе «Манго 3», также на территории Хилтон, где при бронировании алкогольного пакета на двоих давали флаер для входа в тот же Хилтон для встречи Нового года и фейерверка. А стоимость пакета с едой и безлимитным алкоголем в прошлом году нам обошелся всего в 600 дирхам на человека, что для этого района, конечно, чуть дешевле, чем бесплатно. Здесь всегда тоже классные салюты, и бонусом еще видно фейерверки Атлантиса. А также почти целый месяц здесь идет шоу дронов. И если вы будете находиться, например, в начале Жибиар или вблизи Zero Gravity или взлетной полосы Скайдайва, то видно еще и салют Бурж-Аль-Араб. Кстати, на Жибиар еще есть классный двухэтажный Starbucks, откуда можно встретить потрясающий закат и просто любоваться ночным городом. И для любителей острых ощущений здесь тоже найдутся развлечения. Это летающая чашка, Flying Cup, откуда можно насладиться не только салютом, но и прекрасным видом на город. Что же относительно насыпного острова Blue Waters, пешеходный мостик которому идет прямо от Жибиар. Здесь также красиво новогодние праздники и своя елка возле колеса обозрения. И проводятся различные фестивали, масса кафе и ресторанов, каждый из которых с прекрасным видом на залив. А особенно рекомендую вам относительно новое Bubble Cafe, которое находится прямо у входа. Оно дополнит праздничное настроение, здесь пока еще хороший сервис, вкусная азиатская кухня с ценником, конечно, выше среднего. А также здесь можно попробовать тот самый знаменитый кофе с золотом. На острове есть большая платная крытая парковка, но из-за трафика советую вам сюда идти по мостику. В Дубае еще много красивых мест, где можно встретить Новый год и полюбоваться салютом. Имейте в виду портовую зону Харбор, откуда видно три салюта. Прекрасный парк Риверленд, где также проводятся и фестивали, а также набережная Вест-Бич, где помимо салютов еще и прекрасные закаты. Новый год дарит нам отличный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Это повод для того, чтобы отказаться от привычного, но такого надоевшего. Перешагнуть через страхи, оставить позади сомнения, улыбнуться миру вокруг и начать строить свою судьбу по собственному, эксклюзивному проекту. Я надеюсь, что Новый год вы встретите в самом лучшем месте для вас, ведь главное, кто будет рядом. Ну, у меня на сегодня все. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Переходите скорее на канал, где я рассказываю о том, как мы жили в Дубае и многих других интересных местах. И до встречи в новой локации. Пока-пока!